песенка. Я Грибок, мы рады, что с нами. Здесь здорово. Да здорово, особенно ночами. Вот мама с папой модные. Все остальные добрые. Не спешите, оставайтесь, по болоту прогуляйтесь. Ванной с видом насладитесь, вкусным чем-то угоститесь. И, конечно, приобщитесь к паучкам и червячкам, танцам, шуткам и гостям. Приезжайте, приходите! И друзей с собой берите! Вас веселье и уют! В отеле зомби давно ждут! Отель зомби. День отхождения похоронелы. Сбавь скорость, я сейчас тебя поймаю! Дядя-шеф идет! Это должно быть довольно большое животное, чтобы издавать такие звуки. Ну, думаешь, их там двое? Редкая удача. Вы крысы. Шеф! Шеф, это мы! Что вы делаете? Я услышал этот жуткий звук и подумал, что вы крысы. А мне нужны крысы. Я буду готовить рататуй на ужин. Извини, шеф, мы не крысы. Но у вас очень хорошо получается имитировать крыс. Одурачили меня. Увидимся позже. Видишь, нам ни за что с этим не справиться. Мы никогда не будем готовы к школьному концерту. Да, хорошо, что мы ничего не сказали маме с папой. Им было бы стыдно за нас. Но что мне приготовить, если у меня нет крыс? Вкуснейший торт! Спокойно, шеф, это всего лишь я. Скоро день отхождения похоронеллы, и я хотел бы преподнести ей маленький сюрприз. Продолжайте, босс, я слушаю. Я подумал, что маленькая вечеринка будет кстати, а гвоздем программы станет праздничный торт и 350 свечей в нем. Думаешь, справишься, шеф? Но мне понадобится пару дней на подготовку. Это нужно сделать к завтрашнему вечеру. Завтра день отхождения похоронеллы. Взбей прекрасную черную глазурь, кроваво-красные вишни и 350 350 чего, дорогой? 350 Ротус? Похоже, шефу надо слегка перекусить. Идем, дорогая. Самое время нам лечь таким красивым и холодным в гроб. Приятного аппетита, шеф! Урок начинается. Да, что ты? Мистер Пибоди, сэр, я... Думаю, лучше я заберу это, хорошо? Знаешь, Грибок, это строго запрещено. Эти штуки очень опасны. А теперь беги, не дай бог, ты мне попадешься с этим снова. Идеальная эластичность, хорошо оцентрованная ручка. Хорошо, дети. Как вы все знаете, завтра у нас школьный концерт. Поэтому мы должны больше времени уделять репетициям, чтобы выступить без ошибок, да? Как же. Итак, берем инструменты и начинаем репетировать. Так, Чилис, я хочу, чтобы вы украсили столовую к ужину по случаю дня отхождения похоронеллы. Черные ленты, побольше паутины, одним словом, что-нибудь веселенькое. Как пожелаете, мистер Ротус. А, гулянка, да? Принарядимся в лучшие вечерние туалеты. Полковник, ни слова похоронели, это секрет. Я хочу, чтобы это было сюрпризом.
Ах, нет, Ротус, я никогда не умел хранить секреты. Я не хочу ничего знать. Давайте просто скажем, что я ничего не знаю. О, как ужасно, это мне никогда не удавалось. Что вам не удавалось, полковник? Видите, полковник, я же говорил, что вы сможете засунуть вашу маленькую голову в это ведро. Я знал, что у вас получится. Вы проиграли пари. Ротус? Да, дорогая. Что ты задумал? Задумал, милая? Я? Ничего. Что-то не так? Напротив, мой маленький Элли, напротив. Ты играл прекрасно. Хотя об остальных я такого сказать не могу. Ну, ладно. Элли, ты поможешь мне раздать это? Конечно, мисс Харботл. Он такой подлиза. А теперь класс. В качестве сюрприза я раздам вам эти приглашения на школьный концерт, напечатанные специально для ваших родителей. Думаю, они будут хранить их в память о таком необычном событии. Мистер Пибоди, мисс Харботл вместе с музыкальным классом имеют большое удовольствие пригласить вас завтра вечером на концерт, который дает оркестр учащихся нашей школы. Мама и папа придут сюда? Даже думать об этом не хочу. Вы им не сказали, но почему? Во-первых, мы действительно плохие музыканты. А во-вторых, если наши родители пойдут смотреть концерт, то полковник, мадам Федора и остальные могут тоже захотеть. Совсем не прикольно. Тогда, наверное, лучше сказать мисс Харботл, что они не смогут прийти. У меня идея. Мисс Харботл? Личинка? Наши мама и папа не смогут прийти завтра на этот концерт. Да, они оба слегли с приступом галопирующих червей. Галопирующих? Причин для беспокойства нет. Они почти поправились. Просто пока не могут никуда выходить. О, вы, наверное, так расстроены. Что вы делаете, шеф? Тортка, ну, отхождение похорон Эллы. Ну, ей ни слова. Это сюрприз. Хорошо. Я никому не скажу ни слова. О, шеф, мне интересно. Прошу прощения, Уилсон. Вот оно что. Ты хочешь поиграть? Ладно, давайте поиграем. Все, мы поиграли. Теперь доволен? Можно мне пройти, шеф? Меню на вечер. Я... Шеф, что у тебя тут? Ничего, совсем ничего. Третья пятница месяца. Я всегда принимаю ванну, даже если мне не нужно. Уилсон, иди принеси эту смесь для торта, пока она ее не нашла. А, вот вы где, мои маленькие монстрики. В школе все хорошо? Да, мам, прекрасно. Лучше не бывает. Нам нужно делать домашнее задание. Дети, вы что-то уронили. Приглашение. О, нет! А то есть, это часть домашнего задания. А увидимся позже, мам. Что это во всех вселилось? Если я правильно поняла, вы считаете, что все от вас что-то скрывают? Я в этом уверена. И раз уж я привидение, ты хочешь, чтобы я незаметно за ними проследила и узнала правду? Ладно, будет сделано. Мы, женщины, должны держаться вместе. Это может быть даже весело. Спасибо вам, мадам Федора, спасибо.
А сейчас я бы хотела побыть одна. Даже такое юное, энергичное привидение, как я, нуждается в отдыхе. У меня бы получилось сыграть на полтона ниже, если бы мисс Харбутл не была так поглощена музыкальным дарованием Элли. Да, но одаренной Мэлли нет, концерт у нас сегодня. А ты разве не говорил, что у твоей мамы скоро день отхождения? Ну да, это же сегодня. Сегодня? Сегодня? Сегодня, но концерт! Но концерт! Заходите скорее. Так? Что вы узнали? А вот что я нашла в комнате детей. Но ничего про Ротуса. Личинка? Грибок? Пожалуйста, на одно слово. И что с этим не так? У нас вчера громко репетировали духовые. Мне кажется, они могли стать причиной небольшого повреждения здания. Вы не могли бы сбегать посмотреть, что да как? Я? Ну, вы же школьный дворник, не так ли? Ну да, ладно. Ваша мама звонила мне, она сказала, что ничем не болеет. Вероятно, вы сможете мне пояснить, зачем вы солгали про ее здоровье? Вы же сказали, что она слишком больна, чтобы идти на концерт. Вы что, не помните? Да, я знаю. Но, понимаете, это похоже на то. У нее сегодня день от рождения, и папа устраивает для нее вечеринку. И мы знали, что если скажем им про концерт, они захотят прийти. Но папа столько готовился к вечеринке, что мы не хотели его расстраивать. Поэтому мы выдумали историю про болезнь. Ясно. Что ж, с вашей стороны это очень заботливо. Я вполне разделяю. Личинка! Для существа с лицом, как у раздавленной лягушки, это было блестяще! Спасибо, Агри... Раздавленной лягушки? Хорошо, дети. Берите свои инструменты. У вас осталось мало времени на репетицию. Довольно печальные новости. Наш дымоход стал причиной разрушения нашего концертного зала. Поэтому с большим удовольствием... Поэтому без малейшего сожаления сообщаю вам, что школьный концерт будет, к несчастью, отменен. О, Господи! Да! Если только личинка, грибок, можно вас на одно слово в моем кабинете. Так вот, ваши родители владельцы отеля, не так ли? Да, сэр. И этот отель может похвастаться бальной залой. Да. Так что, мой дорогой грибок, проблема с твоей рогаткой еще ведь не решена. А рогатки строго запрещены правилами школы, помнишь? Но я подумал, мы могли бы забыть эту историю, если бы ваши родители согласились провести концерт в своем отеле ввиду того факта, что школьное помещение непригодно. Это было бы замечательно, сэр. Только завтра у мамы день рождения и... Тем более надо провести его там. Каким прекрасным сюрпризом станет это для вашей мамы. О, это будет сюрприз, что надо.
Что же нам делать? Я хочу сказать, если бы мама с папой пришли в школу, им бы было только стыдно. Но это! Это просто катастрофа! То есть, когда они увидят шефа и дядю Вонь, и полковника, и... Может, мы могли бы убежать? Грибок, ты мог бы немного помолчать? Я пытаюсь думать. Да, я тоже. Что произойдет с нами, когда учителя, родители и все дети узнают о том, что здесь творится? Может быть, мы могли бы сделать пластическую операцию, получить новые лица и... Так, это, конечно, не бог весть что, но может сработать. Пластическая операция? Нет, мы могли бы это осилить при одном условии. Я хочу сказать, что у меня есть идея. Мои дети что-то от меня скрывают. Мой муж что-то от меня скрывает. Я намерена выяснить это. Полковник, на одно слово, если не возражаете. В последнее время все ведут себя довольно странно. И вы куда-то собрались, полковник? Я ничего не знаю, Я куда-то собрался? Нет. Вы про костюм? А, да, я надел его для... Надел его из-за пари. Да, пари. С ротуса, вот и все. Пока-пока. Шеф? Быстро, престор! О, личинка, это ты! А я подумал, что это Похоронелла. Это насчет маминого дня отхождения. В планах будут небольшие изменения. Здравствуйте, полковник. Все готово к вечеринке? О, еще бы, ждем с нетерпением, хотя я чуть не сдал всех пару минут назад. Надеюсь, ваша мать ничего не поняла? Вообще-то в бальной зале это проводиться уже не будет. Да-да, Чибис, это должно звучать странно, но мы будем отмечать мамин день отхождения в школе, так сказал папа. Ваш отец ненормальный. Быстрее, быстрее! Это все? Вот идет последний. Тут дядя Вонь, полковник, мадам Федора. Да, все здесь. А вы не идете с нами? Да, но позже. Папе нужно помочь выбрать правильный костюм. Да, поезжайте, дядя Вонь. А мы сможем приглядывать за ними с помощью вот этого. Класс! Хорошо, нам лучше продолжить. Остальной оркестр скоро будет здесь. Мисс Харбтл? Мистер Пибоди? Сэр? Рады, что вы смогли приехать. А могли и не приехать. Какой-то маньяк на старой рухляди, похожий на катафалк, чуть не сбил нас. И все-таки мы здесь. Целы и невредимы, да? А где мы будем проводить концерт? Сюда! Так хорошо, что вы дали нам провести здесь концерт. Это такой замечательный способ отметить день рождения вашей жены. Ротус! Мистер Зомбикус Смертус Ротус! Что все это значит? Сначала никто не говорит мне ни слова, потом наши дети обманывают меня, а теперь вы веселитесь с чужими людьми, даже не предупредив меня! С днем рождения, Похоронелла! Вот почему все вели себя так странно. Вы делали это для моего... О, спасибо тебе, Ротус! Какая чудесная пара. Им так повезло, что они есть друг у друга. Мистер Пибоди. Все чисто? Все чисто. Катафалк пуст. Как ужасно долго они сюда добираются. Я думал, что они уже должны быть здесь. Знаете что, здесь что-то неладно.
Может, я не так понял? Может, мы приехали не туда? Я знал, что здесь что-то не так. Кто вообще планирует такие вечеринки в школе? Поехали обратно в отель. Они возвращаются. Что нам делать? Скорее, мы должны быстрее отыграть. Ау! Что здесь делают все эти машины? Да, я думаю, это был большой успех. Спасибо, что разрешили нам воспользоваться вашим интересным заведением. И позвольте пожелать вам всего наилучшего в этот особый для вас день. Мы всегда будем вам рады. Пожалуйста, заглядывайте к нам. До свидания. С днем отхождения, мама! О, спасибо вам, мои маленькие болотные букашки. Шеф Уилсон, дядя Вонь, а вы где были? А почему бы не спросить ваших детей? Личинка, грибок, мы ждем объяснений. Но я не понимаю. Личинка, грибок и их маленькие друзья дали для нас замечательный концерт. Неужели? В самом деле? Да, дали. Вот почему мы сказали вам, что вечеринка будет в школе. Да. Да. Мы знали, что вы не хотели бы, чтобы вас окружала толпа ужасных, несносных маленьких человеческих детей. Люди, фу! Идемте все в зал. А теперь, когда все здесь, вечеринка может начинаться. С днем отхождения, моя дорогая! Торт? Для меня? О, как это прекрасно! Ну, думаю, что из этого мы выкрутились. Да, отлично сработано, сестренка!